небольшой телевизор. Это Дворцовый мост. Да-да, Геометрия находится на уникальном фестивале видеограффити и анимации. И сегодня здесь тысячи людей, которые могут посмотреть прямо на разведенном мосту лучшие видеоработы стрит-художников из Японии, Франции, Америки, Британии, ну и, конечно же, Петербурга. Артем Фьюз, это группа Крэк, он сегодня здесь, может быть, не будет петь, а может быть и будет даже петь, но самое главное, он рисует и снимает видео граффити. Артем, первый такой вопрос, вот каково вообще ощущение, настроение здесь сейчас? Пару дней назад, когда мы рисовали у стенки на Красном Знамени, была шикарная погода, шикарное проведенное время, и это исторический момент, и сегодня этот день, когда правительство Санкт-Петербурга и России, возможно, сделало небольшой шаг навстречу граффити-художникам, возможно, пытаясь их как-то понять, и давайте двигаться дальше, и дадим больше позитива, больше свободы художникам. Я думаю, что от этого наш город не потеряет, а скорее наоборот приобретет. Если вы задаетесь вопросом, кто же эти двое, стоящие на этой сцене? Все очень круто. Самый удивительный гость сегодня на Дворцовой. Это вот такой вот медведь, посмотрите. Он, кстати, умеет разговаривать. Вот мы сейчас спросим о его впечатлениях. Скажи, Мишка, пожалуйста, Геометрии, как тебе видеокартинки? Ну, помимо начала, ну, кроме начала, мне пока все нравится. А что касается роликов, ну, хорошо, что они все-таки внесли аргентинский ролик, а все остальное пока я в ожидании. И понравился «Тигр», конечно. А атмосфера вообще, вот столько много людей, Дворцово, разведенный мост, вот сама вот эта изюминка того, что сегодня здесь происходит, вот как оно? Каркалыги, забулдыги, ханыги, богема, все здесь, я так и ожидал. И спасибо организаторам, они снова всех собрали. Основная тема нашего арт-форума – это синтез уличного и цифрового искусства. Именно поэтому главной площадкой фестиваля выбран Дворцовый мост, потому что мы здесь покажем, что такое невандальные граффити, которые никогда не изуродуют наш любимый памятник архитектуры. Мы покажем, что такое современное искусство, и все увидят, как это красиво, как это здорово и как это весело. И у нас свадьба! Мы сегодня поженились! И мы пошли кино посмотреть интересное. Прикольные же фильмы. Сватые мосты, в общем, все вместе сложилось, как бы, и вот так вот все случилось.